Я приветствую открытие этого центра и считаю, что таких центров должно быть больше. Я несколько дней подряд там перемещаюсь по Подмосковью и был в Королеве, и в других городах. Там также занимаются этой работой, и у ребят глаза горят. Это очень важно, потому что важно, что молодое поколение сегодня участвует в жизни страны и старается нас с вами и самих себя защитить от катастрофических последствий.